здесь, блядь, нормальный лок, это Маем или кто он там, он, короче, нормально дамажит. ЛСМ и еще кто-то. Обращаю внимание, то есть у меня четверо. То есть здесь находится двое. Я сейчас только что карту открыл. Где там у нас? Все, мы карту откроем, посмотрим. Давай, вот. А, раз, два, три. Три человека, вот. Ну, я вижу трех человек. Где еще два человека? И почему, блядь, они точку эту не перекручивают, вот эту, ну? Всего лишь нужно было перекрутить ебаную точку. Здесь уже мотается раз, два, три, четыре, пять, шесть шаров, блядь. Или даже семь, семь получается. Один на нашу идет. Потому что здесь восемь. И все, ебать. И наши, блядь, только сейчас смогли перекрутить, после того, как ко мне, блядь, четверо пришло, ну. И все, сейчас все, они развернули точку, все, шары пошли обратно, все. И, блядь, игра проебана, она. Блядь, тут уже вообще хоть что делай, но. Уже бесполезно что-либо делать. Максимум сейчас, что можно было сделать, это вот, не знаю, каким-то образом пробраться. А, и мне пишет, смотри, Син проебал игру, на карту не смотрел. Вот это что, нормальный человек вообще, нет? Там нормальный ЛСМ был. Мы с ним часто попадаемся. Ну, здесь, естественно, надо было, блядь, отстану, нафиг аж. Ну, я в любом случае бы не перекрутил здесь, блядь, как минимум два человека. И БМ со своей ебаной ультой. Представьте, вот, видите этого БМа, да, получается? Вот эти блики, нахуй, это его ульта. Это то же самое, что Син бы, ебать, своей ультой бы тоже кого-нибудь станил, но. Потому что он перемещается абсолютно так же, нахуй, как и этот БМ, но. И у него также, блядь, эти инвулы есть, на. Еще при этом только оглушает, на. Все, и этот Син мне мозг ебет тут, на. И здесь я сейчас тоже буду, блядь, долго, нахуй, мозгоебить, на, чтобы они, блядь, они будут бить во все подряд. А у меня тут, смотрите, народу дохуя. Пять человек стоит, на. Я не могу, как бы, никого убивать, потому что если я вылезу отсюда, они дадут контроля по мне. И то, по-моему, я здесь даже кого-то убью, возможно. Вот, подкидываю все. И я не могу кинуть мину. Я не успеваю этого сделать. У меня уже все влетает подряд. Раз, два, три, четыре, пять человек у меня стоит. А наши, хуй пойми, вообще. Они вот, смотри, вот они. Вот что я вам хотел показать в роли этого Дестера. Я понимаю, что игра уже как бы все, как бы пиздец. Но нужно же, блядь, понимать хоть немножко, что ты, блядь, делаешь. Вот меня пиздят, вот бежит этот Дестер. Вот этот, Вакама. Вот он бежит. Вместо того, чтобы точку перекрутить, ну в любом случае перекрутить, ну вдруг там одного шарика не хватит. Тогда хоть будет хоть какой-то шанс. Ну мало ли чё. Смотри, он меня пиздят пятеро, он знает, что там пятеро. И он бежит один в пятерых, и он видит, что я оттуда съебываю, меня оттуда пытаются выбить, они думают, что я еще в инвизе там бегаю возле них. Ну как бы я уже все вывел. Я вижу, бежит Дестер, но думаю, хуй с ним. Давай, блядь, попробуем. Ну, хотя хуй тут уже как бы все. Тут уже как бы пиздец, тут нехуй пробовать. Дестер бежит, на. Сколько я. Обратите внимание, сколько времени я их, блядь, здесь мутузил, нахуй. Пятеро. И сколько будет мутузить Дестер? То есть вон, Дестер уже заметили, Дестер уже пиздят по хп. Блять, долго, конечно, пиздец, надо ускорить. Вот это Дестер. Все, меня пиздили, нахуй, и вон Дестер. Он только пришел, напоминаю вам. Все, Дестера нет, вот поэтому он и дебил, потому что вместо того, чтобы мог бы хотя бы перекрутить, нахуй. Нет, нахуя, он просто побежал, блять. А эти вот, вообще хуй пойми куда, он пошел перекручивать, блять. Как будто 40 секунд ему кто-то даст перекрутить. Ну. Такая вот хуйня. Вот это реально катка была обидная, блядь. Как бы вот, просто, вот в чем суть. У них получается раз, два, три человека нормально. То есть, ну, кепочка, я понимаю, да, он косячит. Но, помимо того, что он косячит, блядь, он может убивать наших, потому что у наших хп нихуя нету, как обычно. 200 тысяч хп, ебать. Долбоёбно. Ну, по-другому не сказать, нам. То есть, а у нас убивают вот раз, два, все. Остальные у нас бесполезные.
У них трое убивают. Ну и плюс дополнительно вот эти еще хоть что-то могут. Ну, судя по киллам, во всяком случае. Спрашиваю, нахуй регаете, блядь? Сливать тебе? Ну, блядь, естественно. Все, сейчас доходит шар, я уже не встаю, потому что я ПТС не увижу. Ну, я не смогу сделать этот скриншот. И вот, смотрите. Вот такую катку мы проебали. Съебывается, да, блядь, надпись. Вот, уже лучше видно. Получается, видите, кепочка, даже он, то, что он бил во все контратаки, что хотел, делал, это форс. Он надамажил 3 ляма, блядь. У меня и 3 лямов нет. То есть, все. Вот этот син, вот этот БМ. То есть, а наши что делали вообще? По-моему, они, блядь, сосали по КД нас. И 31 ПТС, сука, сняли. 31 карл. Жопа у меня здесь сгорела, нахуй. Это в среду было. Все, ребят, вот такая вот хуйня. Как обычно будет вторая часть. Вот нихуя уже пиздим 21 минуту. А, соответственно, в игру я сейчас заходить не собираюсь. А, чтобы вам показать свое количество игров. Выкинуло меня, ну и хуй с ним. Я сейчас зайду. А, и просто подожду, пока накапает за премиум вот эти амулеты опыта. То есть я в день играю меньше 3 часов. Если нету ни 6 на 6, нету рейдов. То есть фармить мне нихуй. У меня нет желания ничего фармить. Да, можно было пофармить там какой-нибудь песок, там арсенал, там души себе поубивать. Но зачем выбивать и морфить своего персонажа, если он тебе не нравится? То есть он тебя не устраивает в PvP. Вы же видите, как вот форс вот нихуя не делая, нахуярил столько лямов. 3 ляма, ебать. Больше, чем я, ебать, на лям нахуярил. При том, что он дебил, он... Ну, честно, вот без обид, нахуй, блядь, кепочка, ну ты дебил, ну. Ты во все контратаки хуяришь, абсолютно во все, ну. Играл бы поосторожнее, вот тогда бы, возможно, бы ты бы и смог бы что-то сделать. Во всяком случае, ты бы не умирал так быстро, ну. И вообще бы, то есть, в рейтинге бы нормально мог бы подниматься, ну. Даже без эквипа, за счет того, что ты форснул. Вот что бы, вот на самом деле, что бы я сину сделал, чтобы было все более-менее честно? Ну, во-первых, я бы поднял бы ему урон на ПКМ, именно на сам ПКМ, не на пробужденный ПКМ, как вот под крыльями, а на обычный ПКМ. То есть я бы увеличил бы ему урон. Это первое. А далее я бы вернул бы ему уклонения, которые у него были. А далее я бы вернул бы ему... как бы сбивание контратаки лежачий, потому что это ему очень не хватает. А, снизил бы ци за ПКМ и убрал бы привязку к яду. Все. Вот тогда бы син был бы играбельным. То есть, ну, они нихуя не делают, они его только фиксят, блядь. Похуй, что он там на арене, ебать, ебашит, нахуй, один на один, блядь, типа якобы там топ-1 классно. Нихуя, нахуй. Ребята, вы откроете топ синов, короче, и прочекайте, там в топ-15, короче, около 10 или даже больше персонажей 50-х уровней. Это означает что? Это означает, что это твины. Вот и все. То есть, поэтому, то есть, кто говорит, что там в топе сины есть, нету синов в топе. Там есть один человек, который играет за эти сины. Ну, один, ладно, не один там, ну, максимум трое людей, которые играют за синов. Вот в топ-50, если смотреть по классам в синах, в топ-50 в 1 на 1. Ну, максимум там 6 человек находится. Разных. Все, и это все твины остальное. Вот такая вот хуйня, ребят. Всем счастливо. Всем пока.